Резина потихоньку падает. 5-8. Вроде на 150 километров. По-моему, будет гипермаркет так называемый. Это все, что я могу сказать о Костроме.
как мост. Ничего примечательного. Река Волга. Ограничено 40 километрами. Ограничение 40. Надеюсь, это не выделенка. Кострома. Приперка вот левой стороной. Через 1,5 километра примерно поворот направо. Вот здесь, по-моему, в магазине был с правой стороны. И чуть дальше. Вот и все. Мои познания в этой стране. Thank you.
48 километров. Это Кострома. Руководствоваться не только навигатором, но и дорожными знаками. Надо было на мосту повернуть направо.
какую же полосу занимать, блин. Так, это правый поворот, левый поворот.
20, 45, 45, 48. В чем такая разница? Может быть, заехать, я даже не знаю, но на трассе менять, наверное, не стоит. Это первое. Второе, это масло. Такое же, как вот в канистре было, или любая синтетика подобного класса. И третье, я, по-моему, в Новосибии какие-то есть завязки, контакты на сервисе. Просто не хотелось бы обращаться к какой-нибудь сарайку. Все-таки ты за автомобилем следишь, бережно относишься. Я по WhatsApp общаюсь.
5 дней. Ну, это, наверное, вот к острове. Левый.
я тоже всех обогнала, догоняет меня. Критики дорог, что скажете?
населенный пункт вижу. Обгоняет БМВ, по-моему.
Ира. Знаешь, я поеду-ка я по знаку. Поверните направо. Прямо 207 километров. Заезжать не буду. Маршрут перестроен. Через 400 метров поверните направо. Опять что ли?